Бехама-дерби просто огромные цветы. И держит, кстати, дольше, чем я думала. Все писали, что он быстро осыпается. А у нас сейчас стоит прямо жуткая жара. И за эту неделю он только один цветочек осыпался. Один цветок я срезала. Так что он держит очень даже долго. Смотрите, какой вообще классный он. Я в восторге реально. Так обильно цветет. Вот на одной ветке 5 огромных цветов. Сажайте Абрахам Дерби. Это какой-то восторг. Вот рипсы бегают. Я не сказала бы, что они лепестки как-то мне попортили. Не вижу никаких повреждений. Вот жуки, да, повреждают. Шикарный, да? И рядом Сарамантик Антик. Кстати, тоже уже давно цветет. На жаре. Жару держит отлично. Вот ее жуки попортили. Две красотки стоят рядом. Два красавчика. Ну, Дерби просто восторг, Абрахам. Я вообще сначала думала, зачем я тебя посадила, почитав отзывы. Потому что там на него отзывы не супер-пупер. Но сейчас вообще ни грамма не жалею. Смотрите, какой он восторг вызывает у меня.